Заработные платы в регионе с начала года продолжили рост. Значительные изменения областные власти отмечают прежде всего на крупных градообразующих предприятиях. Это «Авиастар», «УАЗ» и «Ульяновский механический завод». Комиссии по вопросам зарплат работают во всех отраслевых органах власти и муниципальных образованиях. 576 работодателей уже стали участниками заседаний. В текущем году упор делается на обязательной индексации зарплат для всех категорий сотрудников, порядок которой ежегодно определяется в соответствии с коллективным договором или локальным актом. Уровень индексации должен определяться в зависимости от индекса потребительских цен за прошлый год. В Ульяновской области он составил 13,5%. В случае отсутствия закрепленного порядка индексации комиссии предлагают работодателям заключить трехстороннее соглашение с участием представителей трудового коллектива. В настоящее время этой новой формы и регулирования уровня заработной платы охвачены уже 44 организации. Результаты работ подкрепляет статистика. Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций по области за 2022 год составила 41 208 рублей. На крупных и средних предприятиях уже больше 45 тысяч. Как отмечают в областном правительстве, за год размер зарплат вырос более чем на 12%.